Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Свиноматка опоросилась у нас. Сразу было 14 поросят, осталось 6. Сейчас мы им будем колоть этот самый железосодержащие витамины. Силиферовид. 2 куба загривок в шею. Ну, в принципе, свиноматку мы убрали на улицу. О, ты эту хоть дверь закрой. Да давай мы ее в пляшку. Эти крупные достаточно поросятки. Первый пошел. Илюха, я бляшку буду колоть. Это самое. Ну, что я хочу сказать. Свиноматка крупная. Ей проблематично как бы контролировать свои движения. Она с одной стороны вроде бы как зачем такие крупные свиноматки. Но при этом она много поросят как бы приводит, видите, а толку мало. Нервуя на улице там. Видите, вот она приколола, ну, стварь тупо, а? Илюха, ну дай мне этот самый присыпку. Кого тут она, куда же? Нашел? Кто там, Илюх? Моргает. Что-что? Зарядка моргает. Кто моргает? Зарядка. Ну, сейчас все, в принципе. А, чтоб ты... Ну, значит, блин, мы решали за кучу. Ой, что? Да. В общем, вот такие у нас дела со свиноматкой. Сейчас мы их витаминами проколем. В следующий раз будем колоть через неделю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Эти я уже надеюсь, она не подушит, и они уже такие активно убегают от нее. Шансы выжить у нее больше. Ну, в принципе, все, что я хотел показать на видео. Всего доброго.